Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 9 ноября. В Одессе в 13.01 объявили воздушную тревогу. Значит, сейчас тревога масштабная по всей территории нашей страны. Сообщают о том, что взлетел МиГ-31 на территории Беларуси. Как известно, этот истребитель является потенциальным носителем сверхзвуковых ракет «Кинжал». Неизвестно, есть ли на подвеске данного истребителя эти гиперзвуковые ракеты. Вот, но всех просят пройти немедленно в укрытие, потому что если они там есть, если они будут выпущены, предупредить о том, что они летят, нас никто не успеет. Они прилетят просто молниеносно. В Одессе все спокойно на данный момент. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу буду вам сообщать. Сегодня звучали взрывы в Севастополе. Никакой подробной информации относительно данного взрыва не сообщалось. Вот, но как вариант, если там что-то действительно происходило и были какие-то прилеты, возможно, ответный удар по территории нашей страны. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, находитесь подальше от объектов критической инфраструктуры, от военных объектов. До встречи в новых видео. Всем пока.